872 дня блокады Ленинграда, от 600 тысяч до 1,5 миллиона погибших. Это событие стало самым тяжелым испытанием для жителей города за всю историю северной столицы. Но, несмотря на ярость фашистских атак, голод и лишения, 27 января 1944 года над Ленинградом прогремели не боевые снаряды, а салют в честь его освобождения. И спустя 78 лет в Орловском реставрационно-строительном техникуме в честь освобождения города провели соревнования по лазертагу. Сегодня лазертаг объясняется очень простым, но понятным словосочетанием – лазерный пейнтбол. Но в отличие от более привычного нам пейнтбола, где используют шарики с краской, этот не травмоопасен. И в основном его используют и практикуют для того, чтобы тренировать тактическое поведение в бою. Соревновались 70 студентов. Каждый из них смог хоть и отдаленно, но поучаствовать в вооруженном бою. Захват контрольной точки. Не надо в нее тыкать, просто вверх. Прошло время, отсчет 5 минут. Если стрелю с красного автомата, загорится красный автомат. Также 5 минут. Выиграет та команда, которая захватила базу. После короткого инструктажа и основам тактики ведения боя команды разбили по 4 человека. Задач предлагалось две – полное уничтожение противника или захват условной базы. Во-первых, это даст определенный навык, практику. То есть и здесь они сейчас поймут, как правильно должна группа работать, слаженно. Не там в тире мы просто где-то стреляем, да, а когда уже ты двигаешься в группе и по твоей группе ведется огонь. То есть здесь у них вот эта взаимосвязка начнет работать, действовать. Ребята получают как восторг от этого, приходят, говорят, большое спасибо администрации техникума, то, что организуют такие мероприятия для наших обучающихся. Организаторы в этом году планируют увеличить число участников и расширить возможности соревнований. Ближайшее запланировано на 22 июня в память о начале Великой Отечественной войны. Андрей Погосян, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.